мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют день Иона. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память мучеников Галактиона и Эпистимии, святителя Иона, архиепископа Новгородского, святителя Тихона, патриарха Московского и вся России, отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов, апостола от 70 Петрова, Герма, Лина, Гая и Филолога, святителя Григория Александрийского, архиепископа, священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера, и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мир иной. Смущен.